В Славянске на Кубани прошла выставка продукции по традиции, приуроченная ко дню российского предпринимательства. В ней приняли участие предприятия, субъекты малого и среднего бизнеса из Славянского, Крымского, Донского и Красноармейского районов, а также из Республики Крым. Всего к нам в район прибыло 33 участника. Продукты питания, напитки, строительные материалы, элементы благоустройства, оборудование – все это лучшие предприниматели представили посетителям выставки. Жители и гости города по достоинству оценили представленную продукцию. Была организована дегустация пищевых товаров. Тем же, кто уже убедился в качестве продукции, предлагалось приобрести ее непосредственно у товаропроизводителя по специальной выставочной цене. Районная власть уделяет пристальное внимание малому и среднему бизнесу, поддерживает предпринимателей во всех начинаниях, отметил глава Славянского района Роман Синеговский, открывая ежегодную выставку. Вы являетесь нашими социальными партнерами. Благодаря вашему упорному труду сегодня развивается Славянский район, благоустраивается, строятся детские сады, ремонтируются больницы. Поэтому вам большое-большое спасибо. Мы, как администрация, готовы вас поддерживать. Среди тех, кто представил свою продукцию на выставке, рыбцех Черноярковский. Руководитель Игорь Бернгард рассказал о технологиях и рецептуре, по которым выпускается продукция. Выпускаем вяленую, соленую, копченую продукцию. Линейку полуфабриката в этом году освоили. Технологии, я считаю, уникальными, так как рецептуры, те, которые наша команда создает, они на самом деле являются уникальными. Сейчас уверенно я могу сказать, что мы встали на тот уровень качественной продукции и уверенно говорим, что таких, как мы, почти нет. Представители кооператива «Ивановская артель» также представили свою продукцию на выставке. Они занимаются хозяйством по разведению индейки. В кооператив входит 7 фермерских хозяйств разного профиля. По словам заведующего крестьянско-фермерского хозяйства Шевченко Сергея Емельяненко, продукция пользуется большим спросом у жителей. Ведь она натуральная, а это особенно актуально в условиях импортозамещения. Берут люди, кто уже брал у нас, те как бы берут постоянно. Берут постоянно, и как бы никто не жалуется. Очень хорошее, без никаких добавок, там все на натуральном, как бы, на зерне выращено. Впервые в выставке товаров приняли участие представители кондитерского цеха ИП «Бондаренко» из Донского района. Реализатор продукции Елена Ушакова отметила, организация выставки на высоком уровне. Очень здорово все организовано, нам понравилось, мы впервые на этой выставке. Мы с удовольствием приедем еще, если нас пригласят, очень доброжелательные те, кто нас пригласил, и люди города Славянска. Нам очень понравилось, спасибо. Также состоялось торжественное чествование победителей выставки. В категории «Лучшие предприниматели» победил Игорь Бернгард, Черноярковский рыбцех. В категории «Лучшие предприятия» лидерами признан рыбколхоз Шапариевский. Победители выставки были награждены грамотами и ценными призами. После чего для предпринимателей и гостей выставки был организован праздничный концерт. Ежегодные конкурсы «Название лучшего предпринимателя» и такие выставки товаров и услуг дают возможность жителям приобрести продукцию по доступной цене, тем самым сделав выбор в пользу местных предпринимателей. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».